Отличие нашего песочного замка от простой кучи песка кроется в деталях. Мои декораторы заняты изготовлением архитектурных элементов, всевозможных башенок, которые будут венчать этот торт. Добавим сюда немного. Маура занят выдавливанием окон, чтобы придать нашему замку реалистичный вид. Ну что, готово. Что думаешь? Мне нравится. Со всеми этими турелями, башенками наш замок выглядит просто потрясающе. Я в полном восторге от текстуры. Крекерная крошка хорошо смотрится в роли песка. Изумительно. Да, напоминает пляж. Огромный песочный замок на пляже. Да, и он огромный. Торт получился великолепным. Не знаю только, будет ли он так же хорош, как замок Мэтта. Давай-ка его уберем, пока его не смыло.